Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Как приятно, что сегодня в центре Москвы в роскошном ресторане проходит автопати «Золотого граммофона». Всем прекрасного вечера, невероятных эмоций и с наступающим Новым годом! В Москве, в Государственном Кремлевском дворце прошла ежегодная церемония награждения премии «Золотой граммофон». В мероприятии приняли участие практически все артисты российской эстрады. На мероприятие приехала Ани Лорак. Певица сразила публику откровенным образом, надев прозрачное платье нежно-бежевого цвета. А вот заслуженная артистка России Кристина Орбакайте сегодня выглядела как настоящая принцесса. Певица Слава, в свою очередь, получила «Золотой граммофон» за песню «Без тебя меня нет». Дима Билан приехал во дворец с загадочной брюнеткой. Девушку звать Екатерина Давыдова. Она же главная героиня его скандального клипа «Она моя». Полина Гагарина посетила церемонию «Золотой граммофон». Артистка получила свою заветную награду за песню «На расстоянии». Певица Максим в этом году переболела коронавирусом в очень тяжелой форме. Врачи буквально вытащили артистку с того света. В пятницу вечером Максим приехала на церемонию вручения премии «Золотой граммофон». Пока не пела, еще нельзя, восстановление после болезни все еще продолжается. При этом певица не смогла сдержать слез, когда на сцене появились те, кому она обязана своей жизнью, лечащие врачи. Артистку наградили премией за песню «Спасибо», которую она выпустила еще до болезни. Отметим, в 2021 году ведущими «Золотого граммофона» стали Иван Ургант и Гарик Мартиросян. Гостей церемонии и зрителей ждут выступления популярных артистов, среди которых Дима Билан, Ани Лорак, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Денис Клявер, Дмитрий Маликов и многие другие. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.